Обязаны ли органы государственной власти Украины рассматривать обращения граждан и давать на них ответы? Согласно статье 40 Конституции Украины, все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностных и служебных лиц этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок. Обязаны ли органы государственной власти Украины рассматривать обращения граждан и давать на них ответы? Согласно статье 40 Конституции Украины, все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностных и служебных лиц этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок.